Привет-привет. Это второй уровень Serious Sam 2 Riverdance. Итак, старт здесь довольно напряженный, если можно так выразиться. Убиваем этих троих гнара-заменителей. В домиках патроны лежат. Как видите, чистый старт, то есть ракетницы у меня уже нету. Заберем патрончики у этого паренька. И... так, хочу вспомнить. Здесь, да, здесь 5 секретов. Ничего, справимся. Идем дальше. Мне всегда нравился этот уровень, он визуально прекрасен и музыка очень красивая. Ну да ладно. Здесь еще плохие ребята появляются. Также пичкаем их дробью. Тут уже ребята посерьезнее вышли. К ним мы уже применим гранаты. Замечательная фишка с гранатами. Очень надеюсь, что в четвертой части оно будет. Итак, здесь наш первый секрет расположен. Довольно странный. Ну да. Собственно, тот самолетик, который нам показали, скидывает нам ящики всякие. Со всяким добром. Его пытаются сбить, но это раз безуспешно почему-то. И мы продолжаем бой. Появляются такие большие зеленые жабы. С ними никаких проблем. Также вот эти ребята снова нам пытаются помешать. Ну, вроде все. И вот здесь довольно тоже забавный секрет. Как раз таки вот ответ всем, кто считает, что это детская игра. Итак, у этих вот ребят наверху тоже можно взять всякое вкусное. У этого здоровья, у этого патроны. И сейчас нам любезно вынесут местную двустволку. Ой-ой-ой. Так, ты выжил? Нормально. Кто еще летит? Сейчас мы найдем ей применение, как только подойдем поближе. Двустволка здесь отличная. Настоящий супер-дробовик. Ау. Забавно скачет. Ты куда побежал, дружище? Там опасно. Ну, доигрался, бедолага. Этих мы с дробовика... Ай. Плохо закинул гранату, ладно. Так лучше. Так, вроде все же, да? Сейчас мы вернемся сюда, тут пара секретов еще осталось. А, что еще есть? Сейчас мы вами займемся. Вот, теперь точно все. Так, дашь что-нибудь? Ну ладно. Итак, здесь... А! Плот уже сбили. Супербомбой. Ну, здорово. Он был привязан вот там, надо было выстрелить по веревке, чтобы он сюда приплыл. Но, видимо, самолет его сбил. Так, и вот здесь вот есть еще детонатор. Нажав на который мы... Взорвем вон те вон домики. Зачем-то. Ну, ладно. И все, отправляемся дальше. А здесь также есть секрет, по-моему, он последний. Так, сейчас у этого заберем патроны.
А, он уже кинул здоровье, отлично. Так, мы видим вот эту вот обезьяну и вот этот знак с перечеркнутым бананом. Типа не кормить. Ага. Вот, собственно, банан. Берем его. И закидываем в пасть этой статуи. За что нам, разумеется, прилетает. Ну и все. Уровень близится к завершению. Проверю. Да, все на месте. Там плохие ребята атакуют деревеньку маленьких аватарчиков. Мы не позволим им это сделать. Подойдем поближе, чтобы закинуть гранату. Удачно, вот так вот. Ну и будем их выкашивать потихонечку. Отличный дробовик. Ну, собственно, это все. Подходим к воротам и... уровень завершается. Да. Очень люблю этот уровень, Riverdance. На него не так давно был сделан ремейк в Serious Fusion. В Steam-овском воркшопе его можно найти. Так что если у вас есть все для этого необходимое, то скачайте, посмотрите, он классный. Ну а на этом у меня все на сегодня. Спасибо за просмотр и всего хорошего.